Всем привет, с вами Крис, и сегодня мы посмотрим на демо-версию игры Daydreaming Derpy, то есть мечтающая Derpy или грезящая Derpy, проще говоря, спящая Derpy. Да, и я записываю это видео специально для креативного канала Тома, потому что я уже много раз для нее записывал игры. Канал у нее в основном про пони, хотя не только. Так что вот, игры, пони, а это значит Крис снова проходит какую-то демо-версию для Тома. Так, это демо-версия игры на движке RPG Maker VX Ace, так что это бесплатная демка, ссылочка в описании. Можете скачать, также поиграть. Не забудьте открыть readme файл игры и по первой ссылке скачать RTP файл, иначе игра у вас не запустится. Это особенность игр на этом движке. Начинаем игру, версия 0.1. Так, я это вижу первый раз, так что, да, действительно первый взгляд. Пони все еще видит кошмары? Да, конечно, а почему ты спрашиваешь? Но как же тогда они могут спать по ночам? Ну, они просто научились, как жить с этим. Окей. Игра по скриншотам уже очень необычно выглядит для проекта на RPG Maker. Она не похожа на типичный проект на RPG Maker, так что она меня заинтересовала. Так, это у нас Derpy, да? Ха, ну и денек был. Динки, я вернулась домой. Динки, по-моему, по теориям фанатов, это ее дочка, да? Храпит она, короче, Динки. А похоже, что кто-то уже лег спать без меня. Упс. Мама, ужин в холодильнике. Спасибо, маффин, но я поем позже. Сначала нужно уложить тебя спать. Так, она зевает и говорит, мне тоже пора ложиться. Да, разрешение игры 640 на 480, поэтому эти крупные пиксели пусть вас не удивляют. А спокойной ночи, милая. Так, уровни сна. Так, отлично, что мы можем еще сделать? Да, мы можем наконец-то зайти в какое-то меню. Это у нас RPG, внезапно, на RPG Maker это. Это у нас Derpy первого уровня, маффины. Очки здоровья 100, очки маны 50. Интересно. Предметы отсутствуют. А хотя, погодите, предметы, марки, ключевые предметы, ничего нет. Скиллы. Неумелый. Так. Неумелый шаг. Стоимость 10. Внезапно подскользнуться, споткнуться на собственных копытах. Бьет сильно, но может промахнуться. Также есть отдача. Это у нее способность какая-то, да? Скилл. Какие-то марки, штампы. Наверное, это типа предметы для экипировки, да? Слева мы видим ее характеристики. Атака 13, защита 14 и так далее. Статусы. Ну, собственно, описание. Отравлена она или нет, если такое будет в игре. Униформы. Маффин. А, собственно, мы так и одеты, как маффин, да? Может быть, это имеется в виду форма... Я не знаю, что имеется в виду под маффином в данном случае. Да, ну, очевидно, их будет больше одного. И, собственно, характеристики, да? Что там написано было? Старый добрый маффин. Окей, идем вперед. Да, как ни странно, вид сбоку. Так, что это такое? Просто какая-то мысль. А, ну да, это мы во сне видим какие-то мысли. Прыгать мы можем? Нет. Мы можем одной кнопкой открывать меню, а второй кнопкой взаимодействовать с предметами. Мы в мире снов. А вот идет мысль. Да, интересно, какая у нее там мысль идет. А просто какая-то мысль. И вот маффины. Что это такое? Это магазин? Или это... Это какая-то техника на колесах? Не знаю. А похоже, что эта штука всегда закрыта. Она все-таки какой-нибудь магазин. Я не понимаю, что это нарисовано. Ну ладно. Ой, это доктор Хупс. Эй, док! Мисс Derpy, не подходите! Смотрите, куда наступаете. Эти штуки, они повсюду. Пузырьки. Два варианта. Это просто пузырьки. А ты не пробовал их лопнуть? Ты не пробовал их лопнуть? Но это же не время для научного метода. Я бы не посмел прикоснуться к такому. Да ладно, попробуй. Может, ты даже услышишь что-нибудь интересное, если его лопнешь. Лопнуть? Давайте лопнем.
Просто какая-то мысль. А, да, погодите, я не ту кнопку жму. Это я жду кнопку осмотреть. А если мы нажмем А, то да, вот. Окей. Мы сражаемся с пузырьками, да? Хорошо, у нас есть простые атаки, спец... это простые атаки, это спецатаки, вот, которые споткнутся, да? Это охрана, в смысле обороняться и предметы. Давайте попробуем простую атаку. Так, мысль Б, мысль А. Давайте мысль А. Оу, мысли атакуют меня, мы по ним промахиваемся. Оу, да. Давайте попробуем спецудар по мысли А. Я не знаю, что пошло не так. Сказала она и споткнулась. Давайте еще споткнемся на мысль Б. Да, неплохо спотыкаемся. Дерпи выиграла 6 XP. А оказывается, кнопкой Z мы осматриваем. Я с клавиатуры играю. Кнопкой Z мы осматриваем мысли, а кнопкой А можно было их лопнуть. Я думал, под кнопкой А имеется в виду кнопка Z. Ну, в смысле, как знаете, на джойстике кнопка А. Да, ну ладно. Которая обычно кнопкой Z дублируется. А видишь, ничего страшного. Почему бы тебе теперь не спуститься вниз? То есть с теми, наверное, тоже можно было сразиться, но неважно. О, нет, что не так? Это же Тардис. Ой, действительно, в Тардис зажегся почему-то красный свет. Активирован механизм защиты. О, наркомания-то пошла. Это моя машина, она думает, что ее все еще атакуют. Скорее, представь себя как что-то безобидное, да? А, милая? А я хотел сказать мощное, но да, это же твой сон, ваш сон, мисс Дерпи. Я думаю, он все-таки к ней на вы. А вы можете сделать гораздо больше, чем если бы вы не спали. Дерпи получила униформу почтовой пони. Круто. Это случайно не твоя униформа с твоей работы? Великолепно, абсолютно великолепно. Теперь ты им покажешь. И что, у нас характеристики типа поменялись? О, здоровье 90. Ну ладно, мы надели униформу. Но какого черта мы сражаемся с Тардис? О, посмотрите-ка, почтовое движение. Вместо споткнуться у нас теперь почтовое движение. Забросать цель письмами или в основном купонами. Атакует 3 рандомных цели. Движение называется мусорная почта. Ну, короче, спам. Окей. Никакой почты в воскресенье. Мы закидываем ее письмами. Так, она нас бьет. Если просто пнуть. Не, давайте лучше письмами закидывать. Так, сильней. Оу, как-то сильно бьет. Так, кидаем почту. Зачем ее доставлять, правда? Дерпи выиграла 3 экспы. Ух ты, круто. Великолепно. Похоже, что твоя психика позволяет тебе использовать различные способности, основанные на твоей одежде. Похоже, что ты можешь изменять свою униформу с помощью экрана паузы, нажимая кнопку 0. Кнопку 0, боже мой. Почему именно кнопку 0? Погоди-ка, дай-ка я это обдумаю. Док, ты говоришь мне, что мы сейчас спим? Да, мы находимся в твоем сне. В вашем сне. Я как раз проводил эксперимент, исследуя сны других пони. Разве для этого нет луны? Похоже, что в снах существует целый мир. Он наполнен воротами в сны других пони. Я не мог пропустить такую возможность исследовать. Это, кстати, да, очень симпатичная графика, правда? Так, это душевненько нарисовано, такой стиль чиби. Такие пухленькие, с головами огромными, да. А это звучит очень весело. Могу ли я исследовать остальной мир снов? Да, конечно, заходи, я объясню все позже. Отлично, доктор Дерпи. Так, ну что ж, нажмем кнопку 0. Ничего не происходит. Нажму кнопку 0 на добавочной клавиатуре. И да, там оно... Да, но я и кнопку X могу нажать, тот же эффект получить. Ха, ну ладно. Ладно, униформы. Маффин. Мэйл-мэр повышает... Ничего она не повышает, на самом деле.
Но позволяет атаковать три цели сразу. Наоборот, понижает, видите? Ну, давайте переоденемся в почтальона, так прикольней. Кстати говоря, предметов нет, я полечился. Не, ничего нет. Во, почтальон, дерпи, почтальон. Ты можешь подсматривать сны других пони, конечно же, ради науки, конечно же. Ну, давайте зайдем в Тардис. Кто-нибудь из подписчиков смотрит, доктор кто? Мама, мама, просыпайся. Ну вот, я только в Тардис зашел. Мам, ты в порядке? Похоже, что у тебя был тот еще сон. Ну что ж, уже утро, пора вставать. Ладно, и что мы можем здесь сделать? О, это мы зашли на кухню, типа. Круто. К холодильнику, конечно же, стража. А да, одежду мы можем менять только во сне. Это написано, собственно, тоже в ритме файле. Вот список людей, которые сделали эту игру. Хочешь посмотреть? Ну, давайте. Ладно, я думаю, вы сами посмотрите список этих людей. Здесь можно ускорить его. Да, можно? Да, вот. Список музыки, которую они использовали. Ай-яй-яй, из других игр. Это фанатская игра по My Little Pony. Все права принадлежат, да, их владельцам. И вот сайты. Или этот вид. Тамблер, наверное. Короче, это автор, да. Ура, вы можете, да, скачать. По ссылке в описании, конечно же, можете скачать к этому видео. Так, больше здесь на кухне ничего нет, да? А что ты нам скажешь? Эй, мам, тебе что-то нужно? Сохраниться, поговорить. Давайте поговорим. А как дела в школе, Динки? В порядке. Какой-то пони случайно пробил копытами стену, так что... Теперь сквозняк там, где я сижу. Это ужасно. Им нужно немедленно заделать стену. Да, но я не уверен, когда у них будут деньги, чтобы починить ее. Похоже, что мне придется просто смириться с этим. Если это тебя беспокоит, можешь надеть свитер. Или два, или три, или... Да, я поняла. Я возьму с собой свитер. Может быть, даже заткну им дырку в стене. Давайте сохранимся. Ты там не перенапрягайся. Окей, можем пойти на кухню, можем поспать, а можем выйти на улицу. Вот это я и хочу сделать. Ух ты, мы можем теперь ходить не только влево-вправо, но и вверх-вниз, круто. Ой. Так. А с вами можно поговорить? Как делишки, хочешь сладостей? Да. А денег-то у нас и нет. У нас нет денег, здесь можно купить всякие штуки, это восстанавливает ману. И ману. Эти штуки восстанавливают маны, но у нас 0 битсов. А бегать мы можем? Да, мы можем бегать, ура. Так, Дерпи, хочешь морковки? Нет, может, ты не против. Это здесь продаются вещи, которые восстанавливают здоровье. Или даже вон сэндвич, который восстанавливает и то, и другое. Но у нас 0 битсов. Интересно, где мы можем заработать? О, Эпплджек. А привет, Сахарок. Скажи, если тебе что-нибудь захочется. У нее крутые яблоки. А у меня 0 битсов. Ух ты. Посмотрите, кто это у нас. Эй, приветик. Ты с глазами. Ты говоришь со мной? Да. Понятное дело, что это Трикси, да? А как насчет... поработать? Да, похоже, хороший способ провести день. Я ищу того, кто... может быть помощником мага. Ну, в смысле, фокусника. Маг, это так американцы называют фокусников, конечно же. Тебе нравится идея? Да, конечно, что мне нужно делать? Да ничего сложного, тебе нужно просто помочь мне практиковать свои фокусы. А вот, надень это, ух ты, круто. О, костюмчики, да, прикольные. Здесь вообще графон, конечно. Олдскульненький такой, да, все такое пиксельное. 640 на 480, квадратный экран, да. Но мне нравится, как нарисованы персонажи, просто вообще. Дерпи получила форму помощницы фокусника. Круто. Да, какое выражение лица. Здорово, давай начнем. Ага. Давайте посмотрим трюки. Теперь у нас трюки появились. А бросить розу. О, боже мой, это же аллюзия на Sailor Moon. Я что-то сразу и не понял. Из-за усов, наверное. Это же этот самый, как там его? Мамору. Только с усами. А, да, он защитит.
Sailor Moon. Бросите розу словно дротик, шанс парализовать противника. Давайте бросим розу Трикси. Так, а теперь просто ее пинать будем. Потому что она парализована была, уже нет. Опять бросим розу. Мы увернулись, круто, пинаем. Просто здоровье мы где восстанавливаем. Бросаем розу. Пинаем. Бросаем розу. Да, будем чередовать. Есть, Дерпи выиграла. Деньги давай, отличная работа, помощница. Позже еще попрактикуемся. Мы получили 20 битцев. Отлично, а на халяву нигде полечиться нельзя. Давайте сравним цену у Applejack и у... кто там? Не помню, как ее зовут. Так, Golden Delicious, 25 здоровья за 5 битцев. А здесь... морковка, 25 здоровья за 5 битцев. Ха, одно и то же. Может мне пока сэкономить, а? Не хочу тратить все деньги. Давайте мы пока не будем ничего покупать. Хотя, ладно, давайте купим чуть-чуть того, чуть-чуть того. Golden Delicious или большой Big Mac, Big Macintosh сорт, какой купить? Сидр восстанавливает 30... Во, давайте сидр купим. Давайте купим яблочный сидр, который восстанавливает это другое, и Golden Delicious. Все, мы все деньги потратили. Так, идем дальше. Бежим, точнее говоря, дальше. Так. Так, значит, там у нас рынок. А здесь у нас Лайра стоит. Стой! Ну, или Лира, если вам так больше нравится. Стой, не наступай на эту грязь. А ты же наступишь на отпечатки руки. О, там реально отпечатки руки. Это доказательство. Я должна их изучать, конечно же. Лайра должна изучать отпечатки рук. Ты это еще долго будешь делать? Да? Весь день, конечно, если придется. То есть нам здесь не пройти, понятно. А, ну мы можем пойти спать или на работу. Так, что за Савелий здесь стоит? А ты же не сдвинешься с места, да? Да, сюда нас тоже не пустят, отлично. А здесь у нас что? Здесь ничего. Да, мы можем на работу сходить. На почту. А, Дерпи, вот и ты. Сегодня немножко занятой день, так что нам придется немножко поработать побольше. Можете рассчитывать на меня, босс. А тебя никто не спрашивает, хочешь ли ты, Дерпи. Учитывая, как ты работаешь, нам лучше больше... тебе лучше больше стараться. Так и будет, босс. Извини. В смысле, я постараюсь, босс. Вот это, этого я и боюсь. Ты готова начать свою смену? Нет. Сначала хочу поговорить с этим персонажем. Дерпи, ты пришла как раз вовремя. Только что получила новую партию... этих самых, как их называется, марок, прямо с пресса. Ты все еще работаешь на своей коллекции марок, фразу. Как и ты должна, ты тоже должна это делать, Дерпи. Ты что-то отлыниваешь от своего коллекционирования. Ты еще не забыла, как здорово добавлять новые марки в свою коллекцию? Конечно, нет. Каждая марка, за ней скрывается такая история, и это влияет на мою психику. Это как бы усиливает мои характеристики или типа того. Ну да, это типа шуточка, да? Марки, значит, усиливают нас. Ну, чтобы помочь тебе продолжить коллекционирование марок, я буду их здесь продавать. Конечно же, тебе будет скидка как сотруднику. Приятно с тобой иметь дело. Привет, Дерпи, хочешь купить марок? Ох, ё, какие они дорогие. Мы бы не смогли купить, даже если бы сэкономили. Они по 25 минимум. Так, марка из больницы Панивиля, плюс 20 здоровья, плюс 2 защиты, ого. Марка из библиотеки, конечно же, плюс к интеллекту и к здоровью. А портрет принцессы Селестии. 50 битцев, а? Плюсы практически ко всему. Плюс к здоровью. Так, и портрет Луны. Тоже другие плюсы. Хорошо, осталось заработать денег. Давайте начнем свою смену. И это она типа во сне, потому что игра называется Daydreaming Derpy. Это как бы... короче...
спящая днем или мечтающая днем Дёрпи. То есть она как бы вот сражается с почтой в буквальном смысле. Видите, она сражается, это у нее в голове происходит, понимаете, да? То есть на самом деле она, наверное, все-таки разносит почту, но ей это представляется как сражение. Так, почтовая атака сразу трех врагов. Вперед. Никакой почты по воскресенье. Что-то они сильно бьют. Дёрпи не справилась. Ну что же я тебе сказал? Вот ты снова не справилась. Босс, я сам с собой говорил, Дёрпи, послушай. А я понимаю, что... я, наверное, слишком что-то там. Но пора тебе браться за ум. Мы не можем больше такого себе позволить, поэтому, может быть, я тебя переведу на другую работу, если так продолжится. Хорошо, босс. Дёрпи заработала почему-то 10 битцев. Может пойти домой поспать. Правда, пойду посплю. Видите, здесь же нас все равно не пускают никуда. Не, я 10 битцев эти не буду тратить. Я лучше покоплю что-нибудь. А пока пойду домой. Налево у нас рынок, направо не пускают, вниз не пускают. Идем спать, в конце концов. Работа закончена. Давайте сохранимся на всякий случай, мало ли, игра зависнет. И пора спать. Поспать? Да, конечно. Ой. Какой, однако, мир снов. Так, ты у нас кто? Ну, в смысле, что ты у нас здесь делаешь? Динки, дорогая, что ты здесь делаешь? Я только что спросил, что она здесь делает. Мам, я так рада, что ты сюда добралась. Зацени эти шарики, они могут отвезти нас куда мы хотим. А я привязала их к этой корзине, чтобы летать вокруг. Ну, если бы я не была такой тяжелой. Да, ты совсем не толстая, милая. В любом случае, нам нужен еще один шарик, чтобы эта корзина снова взлетела. Я думаю, пока ты можешь посмотреть вокруг. Если захочешь сохраниться или полечиться, я буду здесь. Да, а мы хотим полечиться? Нет, мы уже вылечены почему-то. Так, назад, назад, назад. Сохраниться, проснуться, путешествовать. Сохраниться. Так, что тут у нас? Дверь, сверкающая со звездой. Давайте войдем в этот сон. Ух ты, кому-то снится. Что это, кинотеатр? Что здесь? А, да, это то же самое меню. Что значит Трикси не хватает битцев? А вход в театр 30 битцев. А вы нам предлагаете резинку и кусок конфетки. Мы принимаем здесь только официальные валюты. Если бы ты не выглядела такой знакомой, Трикси бы отказалась от своей работы. Погодите, она сама с собой, что ли, говорит? Две Трикси мы перед собой видим, да? А у вас какая-то проблема? Трикси просто хочет посмотреть кино бесплатно. Но похоже, что ей не суждено пройти. О, я думаю... Похоже, кто-то заслуживает сегодня посмотреть кино. Как насчет того, чтобы я тебя... За тебя заплатил или вроде того... Угостила, в смысле, чтобы за мой счет. А ты это сделаешь? А что, похоже, что это лицо может врать? Заплатить 30 битцев? А у меня не есть 30 битцев? Да, мне нужно больше денег. Ну что ж, этот сон мы пройти не можем, потому что у нас не хватает денег. Ха-ха-ха. Вернуться назад. Вот потратили все деньги, а? Ладно, пойдем сюда, в этот сон. Что здесь у нас? Ой, призрак какой-то. Бу. Ва! Похоже, это не призрак. Ва, да. Все кричат. Что с твоим лицом? А что с моим лицом? Послушай, извини, что я тебя напугала. Я не думала, что здесь есть кто-то, кроме меня. Извини, также я просто немножко нервничаю. А что ты здесь вообще делаешь? Я пряталась. А ты видела, что там происходит? Я просто здесь прячусь, чтобы меня никто не нашел. Как ты вообще сюда попал? Ой.
Что это было? Это что-то недостаточно интересное, чтобы выяснять, что это. Но мы же не можем здесь оставаться навсегда. Смотри, как я это сделаю. А что, если я тебе скажу, что там не так страшно, как тебе кажется? Ты уверена? Да, у меня есть определенные таланты, но я не могу сидеть постоянно в шкафу. Ты имеешь в виду, что ты мне поможешь? Мне нужна будет также твоя помощь. Отлично, я пойду с тобой. Но как только станет страшно, я ухожу. И Дерпи получила нового друга. Меня зовут Мундэнсер. Пони зовут меня Дерпи. А теперь пошли охотиться на призраков. Ну, реально, мы ходим вместе, круто. Так, Мундэнсер, за то самое яйцеголовое, ну, в смысле умное. Какая у него магия? Буклайт. То есть что, фонарик для книг, что ли? Использовать ночью, наносит повреждение одному врагу. Да, я, наверное, не буду переодеваться в униформу почтальона, потому что... А, погодите, у меня еще есть униформа. Помощник. Да, помощник фокусника, пожалуй, оденусь. У нее атака прикольная, парализующая. Так, куда нам идти? Вот сюда? Охотиться на призраков. А, и тишина такая зловещая. Ну что ж. А, вот, собственно, и призраки, да? Так, со здоровьем у нас в порядке все, да? Да. Если что, у нас есть ягода. Яблоко. Так, смотрите-ка, это самое. Можем сохраниться здесь. Давайте сохраняться на по очереди. На два сейва. Так, давайте напугаем этот призрак. Бу! Да, это начинает сражение. Текс. Ну что ж, давайте используем какой-нибудь трюк. Кинем розу призрака А, чтобы парализовать его. А Мундэнсер тоже вот нанесет повреждение магии. О, отлично. Призрак Б. То же самое, используем магию. Особенно учитывая, что рядом стоит это самое. И она, по идее, может нам ману восстановить. На халяву. А друзья Дерпи выиграли. Ну, в смысле, Дерпи с друзьями 6 XP. Дерпи теперь уровня 2. И она научилась использовать дымовую шашку, дымовую бомбу. А Дерпи получила Брен Маффин, чтобы это ни было. Так, что это, новая униформа, что ли? Нет. Предмет какой-то? Да, предмет. Так, все время путаю, кнопка. Брен Маффин восстанавливает 50 здоровья. Это какой-то маффин какой-то. Логично, да? Так. Мы вот говоря с ней восстанавливаем здоровье. Да, автоматически восстанавливаем здоровье, когда говорим с ней. Хорошо, сохранимся. Идем дальше. Нет, сначала вот сюда пойдем. Хотя, погодите, там какая-то дверь. Похоже, что заперто изнутри. Ну, давайте пойдем в другое место. У меня на клавиатуре Shift не очень удобно расположен, поэтому я не бегаю. Эй, я знаю эту дверь, у меня такая же дома. Нам нужен двойной ключ, чтобы ее открыть. Значит, очевидно, мы должны найти ключ где-то на втором этаже. Так, что-то у нас, давайте бежать. Хороший пустой коридор. Так, а что такое? Похоже, что какая-то закрытая мебель. А, ключ мы ищем, да? А, какая-то книжка. Эй, это же коллекционная коробка Daring Do. Ну, в смысле, с книжками. Ты тоже читаешь Daring Do? Бла-бла-бла. Классика. Моя дочка Динки подсказывала мне, советовала почитать весь год. Бла-бла-бла. Так, а это что? Похоже на накрытую мебель. Честно говоря, это похоже на каких-то призраков. Так, здесь безграничная сила. Гид Сита к некромантии. Это отсылочка к Звездным войнам, отлично. Давай эту книжку пока не будем трогать. Похоже, какая-то закрытая мебель.
Во. А здесь что? Это старая лампа. Хочешь ее выключить? Конечно. И вся эта мебель превратится в призраков, да? Не стоит. Серьезно, не нужно делать это место еще более страшным, чем оно уже есть. Выключить свет? Конечно, выключить. Слишком страшно, слишком страшно. Оу. Похоже, это была не лучшая идея. О, правда? А мне кажется... А мне кажется, теперь мы найдем что-то новое при выключенном свете. Ладно. Наверняка... Вот, да, вот это вот найдем. Привидение. Окей. Дымовая бомба. Новая атака у Дерпи появилась. На два хода вряд ли нас будут атаковать. Уменьшает шанс атаки нас на два хода. Ну, давайте уменьшим шанс атаки. Вот, Дерпи спряталась, типа. Там плюсик появился. Давайте лучше бить врагов магией. Может, из них ключ выпадет? А может, мы просто опыта больше получим? Я буду во всю магию использовать сильные удары. 6 XP. Мундэнсер получает второй уровень. Выучила что-то там умение зубрить. Вы знаете, как учить. Так, посмотрим ее это умение. Зубрить. Ух ты, 30 магии. Учиться как можно сильнее на 5 ходов повышает MIT. Что это? Математика? Короче, что-то она там повышает. Окей, ну какое-то очень дорогое заклинание, в смысле скилл. Еще один призрак. Ну ладно, покачаемся. Так, давайте просто атаковать магией. Не будем там всякие дымовые шашки использовать. Ну прикольненько, прикольненько. Мне нравится, как игра выглядит. И вообще забавно. 6 XP. Ну а, допустим, если я еще раз туда-сюда пробегу, я могу бесконечно получать опыт, нет? Похоже, все-таки это как раз те самые стулья, которые были накрыты, ожили, да? А тот третий не ожил. Ну все, походу мы здесь выполнили задание. Ой, ё-моё, да что ж такое? Что за шуточки, как в Resident Evil старых? Я не хотел играть в ужастик, нет. Так, я хочу сохраниться. Ну что ж, на этом мы сделаем перерыв до следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это. Если это так, подписывайтесь на канал Тома, чтобы не пропустить следующую. Оставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. Также посмотрите в ссылочке в описании на мой канал, где можно посмотреть прохождение других игр. И, собственно, ссылки, где можно скачать эту демку. И увидимся в продолжении прохождения этой игры, этой демо-версии. С вами был Крис. Пока!